Для тех, кто не понял, я сейчас говорю на микрофон. Это прощальная вечеринка Ункафа. Планируется время просмотра. Клево. У тебя в волосах ветер, он пришел из старинных песен, что когда-то спеты богами. На мгновенье открыл тайны. Наушники. Вот. Довольно, Андрюш? А то. Плесни-ка, бармен, в мой стакан ночного неба, треть авантюризма, полынь степей и суховей бархан, манящий тайны, да приправь корицей. Добавь сюда же верность с благородством, хотя они не очень-то в чести. Речного льда, полуденного солнца. И маленькую толику любви. Смотри, судьба, я буду биться с тобой до смерти. А после смерти, что ж, посмотрим, что там после смерти. Оксана Лыра, пожалуйста, для нашего музыканта Грибунина, вы только что клип посмотрели, он до сих пор волнуется, попал. Вот одно слово, потрясающе. Отлично, очень просто красиво. Песня, мы ее еще раз послушаем, потому что класс. Нам помешали клипу? Да, некоторые ходили, да. Не, ну, очень, мне вообще, в принципе, нравится творчество про них. Очень здорово, абсолютно все. Очень талантливый человек. Классно. Все песни хорошие. Отлично. Здорово. Я каждый день слушаю на работе. Здорово. И мои клиентки тоже вынуждены. Игрок. Пусть попробуй сказать, что это плохо. Мне всем нравится. Отлично. Я написал, что за Солоскоса для вас хит вообще абсолютно. Они все всегда спрашивают, кто где, кто поет, где найти и так далее. Я все сразу объясняю, все всем говорю. Всем очень нравится. Здорово. Спасибо, очень клево. Да. Пожалуйста. Лен, скажи, пожалуйста, ты сказал как-то в интервью, которое я у тебя же брал, по поводу прекрасной музыки, которая прозвучала. Я подтверждаю свои слова. Сейчас мы посмотрели повторно. Клипы я увидела, услышала. Я скажу, что вы профессионалы, какие-то душевные струны задеваете. И музыка, и слова. Не знаю, превосходно. Классно. Хотелось бы встретиться с вами. Классно. Жень, ты первый раз услышал, наверное, песню? Вообще, да. Здорово. Супер. С меня диск с видеоклипами и так далее. Серега, тут уже наслышал, да? Ну, конечно.
сначала отроками, а потом и попозже слушали культовые вещи. Клево. У тебя есть диск с его песнями? Души. Не, в интернете. Надо попросить, сейчас да? Все есть. Это вкусно. Тогда... Спасибо за творчество. От и души как-то. В душу. Божественно, ё-моё. Берет за душу, на что-то настраивает. И в тему в этого фильма, в душу этого фильма, в душу этого нашего коллектива. Большое спасибо. Сергей, Саша, ты же самый фанат, я знаю, что этих песен. Не так-то у меня диски, я выпрашивал, куда ты их деваешь, эти диски? Ты все время их пустишь. Лежат. Лежат. На полке. Нормальная коллекция. Купится. Купится. Вы что скажете? Помнишь, как бродили за домом в барханах, и как мама нашла в шкафу скелет тираннозавра? Ломки-луки, корявые стрелы, битые стекла, желтое серо. Прекрасной студии мы что-то проснимали. Будем осторожны в наших прогнозах, но кажется, все получилось. Во всяком случае, мы получили огромное удовольствие от того, что мы вместе, да еще и делаем какое-то совместное дело. Классно. Валера, супер. Да, творчество всегда нас заряжает, на самом деле. Вот мне этого не хватает в жизни. Поэтому я всегда тревожу своих друзей. И правильно делаешь. Душится кожа, да и полю бедрам потеть в духоте. Вино, вино, жажда, жажда, вино. Больно видеть, но нельзя не смотреть. Но я привык ходить по земле, а ты да мечтаешь над ней лететь. На самом деле я вас очень люблю, потому что вы вдохнули в меня вторую жизнь. Честно. Это правда. Ну и также вы появитесь на страницах одной новой книги, про которую я пока умолчу. Да.